Добрый день, с вами канал Простые решения, и сегодня я расскажу, как в Excel запретить редактирование отдельных ячеек. Итак, представим, что нам нужно сделать так, чтобы у нас первый столбец был запрещен для редактирования. Для этого нам нужно для начала выделить все ячейки нашего Excel. Нажимаем на любом пустом месте, которое у нас не находится в таблице, и нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-A. Этим самым мы выделили все ячейки. Дальше нажимаем правой кнопкой мыши и переходим в формат ячеек. Далее нам нужна самая последняя вкладка «Защита». Здесь нам нужно снять галочку «Защищаемая ячейка» и нажать кнопочку «Ок». Теперь мы сняли защиту со всех ячеек нашего Excel. Ну и поставить нужно теперь защиту только на этот столбец. Выделяем его, нажимаем правой кнопкой мыши и переходим в формат ячеек. Здесь ставим галочку «Защищаемая ячейка». Нажимаем «Ок». То есть теперь мы со всего сняли защиту, и только вот этому столбцу мы оставили защиту. Далее нам нужно перейти во вкладочку «Рецензирование» и здесь найти пункт «Защитить лист». Далее нас просят ввести пароль. Вы можете придумать свой. Для примера я введу просто 1, 2, 3. Нажимаю «Ок» и нас просят еще раз подтвердить пароль. 1, 2, 3. Нажимаю «Ок», и как вы видите, у нас внешне ничего не изменилось. Но если я попытаюсь изменить этот столбец, у нас выдастся ошибка о том, что лист находится на защищенном листе. При этом другие столбцы я спокойно могу редактировать. Если же я захочу снять эту защиту, то я просто перейду также во вкладочку «Рецензирование», выберу пункт уже теперь «Снять защиту листа», и здесь нас попросят ввести ранее введенный пароль. Нажимаем 1, 2, 3, и теперь я точно так же и могу редактировать этот столбец. А если это видео вам помогло, ставь лайк и подписывайся на канал «Простые решения».